Приключения Джетстрима. Первая серия. Месиво. Ой, как же меня бесит эта музыка, поспать не дают, кто это? Че, ты че на меня сел, дебил? Ну-ка, иди отсюда. Это что за звуки? Павел, ты жив? Вот это прикол, ха-ха-ха, что это? А камера интересная вещь, ну-ка запишу, что там произошло. Павел, блин, как ты мог улететь сюда? Я вижу его, он нас снимает. Ой, бежим. Бля, за мной должен прилететь вертик, вот он. Быстрее. Доставай РПГ. Стреляем. Ура, мы его победили. Не так-то быстро. Let's dance. Приключения Джетстрима. Вторая серия, фиолетовый. Я вернулся. Слышь, пупсик, давай дуэль потанцуем. Давай. And it ends here. Let's dance! Ничья. Что творится? Земля рушится. Я вернулся. Приключения Джетстрима. Третья серия. Больше. А что это такое? Павел. Ладно, сейчас я заберусь к нему на макушку. ННД. Давай спасай, он меня тут держит в заложниках. Окей. Итак, я взорвал ему кепку. Нет. ННД, беги. Где я? Что тут происходит? Увидишь? Мне скучно жить! Выпускай дым! Все, что захотел, я уже получил! Я умру молодым! Я умру молодым!
Ой, фух, это были галлюцинации. Беги! О, нет. Фух, я спася, а я вижу кого-то. Блин, он сейчас убежит, чё, будем стрелять по мотоциклу? Да. Чё, подвезёшь меня? Да, давай, хули нет, быстрее. Чё стоим? Стреляем! Не получится, включаем водный режим. Ю-ху. Пока, Локи. Нет! Приключения Джетстрима. Финальная серия портала. Итак, я взяла меч, чтобы Павла не убили. Так, а я вижу шапку, нахрена она плавает. Ладно, положу меч сюда. Попалась. А-а-а. Я вернулся. Вот это прикол, мертвая Алина. А вот моя шапка. Интересно, что тут упало. Держись, Павел, меч спрадал. Блин, его не убить, придется увеличивать меч. Ни хрена из него выпал портал. Быстрее в него. Первая серия начала. Я когда-нибудь уйду, выведу с лица тату. Долбоёбы не пойму, каково быть на виду. Я когда-нибудь уйду, выведу с лица тату. Долбоёбы не пойму. Ну где я? Ты теперь наш. Нет. Итак, сосунок, теперь ты вернёшь Павла. Да. Итак, сейчас будем его возрождать. Пошел ты нахер, не выйдет ничего. Ты че, пупсик, не держись. Ха. Приключения Джетстрима. Вторая серия, помнишь? Итак, я убил Эмэнда. Молодец, теперь мы вернем тебе твой облик. Теперь возобновим возрождение Павла. Я рву толку, суки, в полях. Вот и все, осталось 5 трупов, а 5-й избран. Время пришло. Я!
Третья серия. Итак, все трупы на месте, остался еще один. Сейчас мы его найдем. И что ты тут забыл? Давай потанцуем. Не, я устал. Я нашел тебе достойного врага. Как? Победа! Приключения Джетстрима. Четвертая серия «Танец». Быстрее. Где это педрило? Сейчас ему придет ментальный кобздец. Привет, сосунок. Это закончится здесь. Потанцуем. Ты меня достал! Нет. Он мертв. Приключения Джетстрима. Финальная серия. Конец. Итак, оживаем Павла и побеждаем его. Я вернулся. Сейчас мы его победим. Ему конец. Чё, меч поломан? Ну ладно. А нет, это тот самый меч, бежим. Прошел один месяц спустя. Все умерли. Ну ничего, есть один способ восстать из мертвых. Приключения Джетстрима.
Третий сезон «Восстание из мертвых», самая последняя серия. Сейчас мы вас оживем. Палатку починим и вертолет. Мир починим. Город починим. Остановись-ка, Биби. Оживем. Остановись-ка, Биби. Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу! Обосрал! Слезай! Обосрался! Слезай на работу! Квартир чисти! Пошел! Обосрался! Пошел! Пошел! Обосрался! Пошел! Пошел в говне! Пошел! Ах, хуй тебе! На работу! Хуй тебе! На работу пошел! Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? Два кусочка. Трупы оживем. Пошел на работу! Слезал! Слезуй тебе! Поживем! Пошел на работу! Слезал! Слезуй тебе! На работу! Оживем их! Ну-ка, вставай! Yes! Все, пошли отсюда!